Итак, ребята, привет. Мой новый автомобиль Lada Granta Liftback 2020 года. Люкс автомат. Таких автомобилей на 10 июля по России он почти единственный. Потому что его заказывали именно в Тольятти на заводе под меня. Потому что автоматы не ставят на эти автомобили. Мы заказали. Цена 691 тысяча этого автомобиля. Люкс автомат. Этот автомобиль декабрь 2013 года. Пушок меня. 2013 года. Люкс автомат. Автоматы одинаковые, четырехступенчатые, джатка стоят. Двигатели одинаковые, 1.6 16-клапанная, 1.6 16-клапанная. Но у двигателей уже есть небольшое отличие. Давайте посмотрим подкапотное пространство, посмотрим салон, что изменилось, ну и посмотрим сварочные швы. Па-бам! Двигатель 2020 года. Ладно, шутки шутками. Ничего не поменялось. Кондеры. Единственное, здесь стоят безвтыковые поршня. Если ремень рвется, клапана не загинает. АвтоВАЗ молодец. Все, ребята. Отличий больше никаких нету. Давайте дальше. Декабрь 2013 год. 1.6 16-клапанный, но поршня втыковые стоят. Понятно. Все то же самое. Изменений, по крайней мере, я изменений никаких не знаю. Напишите, если знаете какие-то изменения. Рад буду с ними ознакомиться, буду знать. Смотрите, здесь уже на грантах стали ставить отбойник грязи, потому что когда машина едет, грязь залетает и двигатель грязный. Замок новый поставили, уже модифицированный, поинтереснее. Ну и резиночка. Этот автомобиль тоже полностью обработан мовилем. Давайте сюда перейдем. Замок старого образца, но работает безупречно. Вот здесь вот посмотрите, перед у Гранты немножко подлиннее, за счет чего и капот подлиннее. Вот крепление, и там крепление, здесь резинка стоит. Вот, ну, за счет морды всего лишь. Внешний вид. Оцените автомобиля Гранта Люкс. Калина Люкс. 6,5 лет. Ну, Гранта, конечно, посимпатичнее. Ну, потому что она новая. Здесь на Гранте антенна ГЛОНАСС стоит. Там антенна просто для приемника. Красивые зеркала с поворотниками, но это в люксе все идет. Здесь литые диски на 15, там литые диски на 15. Но здесь запаска идет, железка в багажнике лежит, 20-й год. Там запаска лежит, литье, 13-й год. Давайте по салону пробежимся. Давайте посмотрим, как открываются двери. Ограничители. Раз, два. Раз, два. Калина, двери. Все приработано, все работает. Что тут ограничители у нас? А здесь ограничителей. Ну, есть ограничители, конечно, работают. Давайте посмотрим, что здесь изменилось. Петли, ограничиловка,
питание там на управление дверьми, петли. Пошлите там посмотрим. Так, Гранта, петли, ограничитель уже немножко другой идет. Такая же резинка стоит. Ну и петли. Различий, в принципе, никаких нету. За 6,5 лет пока мы с вами не видим. Вот смотрите, люкс, 13-й год. Сенсорный панель, подогрев лобового стекла, датчик дождя, датчик света, парктроники, подогрев сиденьев, автомат, регулировка зеркалами, центральный замок, ну и блокировать стекла. Подогрев лобового стекла, датчик дождя, датчик света отсутствует, АвтоВАЗ уже жмет. Максимальная комплектация люкс. То есть круче уже нельзя в эту машину поставить. Парк дроников тоже нету. В том автомобиле, которому 7 лет, парк троники даже с завода стояли. Здесь мне пришлось все устанавливать самому. Обратите внимание на панель. Бардачок, вот эта вставочка, куда стаканы ставятся, вот эта борода. Вот обратите внимание. Вот это, смотрите. 7 лет прошло, все то же самое. Это подстаканники, та же полоса, только там черная крышка аэробэка такая же. То есть технические какие-то нововведения есть в этих автомобилях, но визуально пока все одно и то же. 6,5 лет прошло. Единственное, что это новый автомобиль. Мы поменяли из-за того, что просто приобрели новый автомобиль. А все-таки признайтесь, что на новом автомобиле ездить более приятней. Ну и в жизни сегодня хорошо, завтра плохо. Поэтому пока у нас есть возможность, мы приобрели с супругой новый автомобиль. Мне просто недавно сказали то, что якобы детали кузова стали делать немножко по-другому, получше. Ну вот смотрите, багажник я открыл. Обратите внимание, как штамповка идет. То есть загнуто, все аккуратненько, все хорошо. Дырочки для слива, конденсата и прочее. Заметили, да? Ну а дайте 7 лет назад что было. С того же угла снимем. Так, что здесь? А здесь все то же самое. Также все. Но заметьте, ржавчины нету, да? Также есть сливные отверстия. Все примерно так же сделано. Ну, вердикт какой? Есть возможность поменять на новый автомобиль, конечно, меняется. Калина, которая уже 7 лет, она ничем не хуже абсолютно. Она бы еще ездила, меняя масла, и проблем, ребята, никаких не будет. Смотрите, что я заметил. Под радиатором 20-го года автомобиля вентилятор спереди не установлен. То есть два радиатора. И смотрите, здесь радиатор впереди радиатора установлен, вентилятор, видите? То есть все-таки какие-то модификации автомобилей они делают. Вот видите, нашли с вами нюанс. Я думаю, что таких нюансов очень-очень много, которых я не знаю. Все, всем пока-пока. Спасибо, что смотрели. Потратили свое время. Если вам понравилось, обязательно поддержите комментарием, лайком, дизлайком. Будьте здоровы, не болейте. Всем всего-всего хорошего, ребята. Все, пока-пока.